Студентка, практикантка, ходила в класс исправно. Студентка, как студентка, на тонких каблучках. Ее встречали молча, следя за речью плавной. И у доски робея, сжимая мел в руках, она стихи читала торжественно и гордо. И замирал в восторге весь десятый класс. Но вот к столу подходит с запиской Егоркин. Записки той не смейтесь, жить не могу без вас. Вы извините, Таня, что... Вы не смотрите, Таня, что я учусь в десятом, и что я гоняю по крышам голубей. Вы извините, Таня, что нагрубил когда-то, а сейчас люблю и все тут, люблю, но хоть убей. В конце записки подпись «Ваш ученик Егоркин». Смутилась практикантка и покачнулся класс. Но где ж твое решение? Ребята приумолкли, его должна ты дать немедленно сейчас. Иначе будет поздно, минуты стоят жизни. Методики ни слова, но как же поступить? И вот Татьяна пишет ответную записку. Ты подрасти, Егоркин, согласна подождать. Вы смотрите, Таня, что я учусь в десятом, и что я гоняю по крышам голубей. Вы извините, Таня, что нагрубил когда-то, а сейчас люблю и все тут, люблю, ну хоть убей.